Сегодня 23 августа, среда. Я вам хочу сообщить, что поступила жалоба от жителей поселка Тульского, что в поселке Тульского строили несанкционированную свалку. Я, Опенько Сергей Сергеевич, призываю всех жителей поселка Тульского помочь властям убрать бытовой мусор. А также оставляем лайки и комментарии, что вы думаете по этому поводу. Приглашаю всех на сайт общеполитический портал по республике Адыгея 01portal.com. Новые видеоролики смотрите на моем сайте свадьба-видео01.рф в разделе видеоработы «Далее политика в Адыгее». Также оставляйте свои предложения по съемке новых роликов.